Здравствуйте, я Елена Петкова, специалист по продукции компании Mindray по линейке ультразвуковых сканеров. И сегодня я хотела бы представить вашему вниманию нашу планшетную ультразвуковую систему TE7, специально разработанную для работы в чистых помещениях, таких как отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Данная система идеально подойдет для работы в условиях борьбы с инфекцией COVID-19. 15-дюймовый водонепроницаемый бесшовный сенсорный экран без клавиатуры легко очищать и дезинфицировать. Имеется уникальная опция 10-секундной блокировки экрана, что позволяет проводить дезинфекцию даже в ходе работы. Давайте посмотрим. В течение данного времени можно дезинфицировать экран, и через 10 секунд система автоматически выходит из режима блокировки. И можно дальше приступать к работе на данном аппарате. Высококачественные материалы делают систему совместимой с многими дезинфектантами. Так, 56 дезинфектантов были протестированы и одобрены. Антибликовый сенсорный экран, чувствительный к работе даже в медицинских перчатках, покрытые гелем. И также имеется жестовое распознавание. Смахивание с границы экрана активизирует полноэкранный режим. Масштабирование. Мы видим интуитивный пользовательский интерфейс. Так, в верхней части экрана располагаются те самые востребованные функции, такие как общее усиление, глубина, TGC. В то время как более расширенные функции настройки располагаются в сенсорном меню в нижней части экрана. Данная система имеет быстрый отклик, быстрое сохранение и передача изображений и кинопетель без прекращения сканирования, что экономит время. А также имеется мгновенный отклик на настройки параметров сканирования. Например, изменение общего усиления, изменение глубины и другие. Также система имеет трехсекундную загрузку из режима ожидания. И сейчас я вам это продемонстрирую. Вводим систему в режим ожидания. И сейчас давайте активизируем систему. Через 3-5 секунд система полностью готова к работе. Корпус встроен. Встроены 3 порта для датчиков и встроенный аккумулятор для автономной работы в режиме сканирования более 2 часов. Доступны расширенные возможности размещения системы не только на тележке, но также это может быть и настенное крепление, настольная подставка и совместно с наркозно-дыхательным аппаратом. Обратите внимание на компактный дизайн самой тележки, специально разработанный для работы в условиях недостаточности свободного пространства и легкости, быстроты перемещения системы. Имеется регулировка по высоте около 30 сантиметров. И также удобная организация проводов, это и удобный держатель кабелей в датчиках, и вытяжной шнур питания. Ультразвуковой сканер TE7 – это высокопроизводительная и простая в использовании планшетная система, обеспечивающая высокое пространственное и контрастное разрешение, имеющая в своем арсенале широкий выбор датчиков для различных областей применения, выполненных по передовым технологиям, в том числе монокристальной технологии производства датчиков, и имеющая полный пакет необходимых программ. Сейчас я расскажу вам об интеллектуальных опциях данной системы.